А ты что с баночкой? Не наелась? Пикалом догоняешься втихаря. Я думаю, как бы утяжелить бирюзу. Нам надо. Чего мы поверху осталось здесь пройти? Или остановку проехать, или... Он решил себе жетончиков напокупать побольше. Куда идти-то? Слушай, ты что, не в Питере, что ли, жила? Дикая тварь из дикого леса. Ты из дикого леса, дикая тварь. Чего тебе надобно? Это нам. Что там? Эти шальные, как это, байки. Вот кто. Ага. Середина Невского, так скажем. То есть туда, в сторону Анечкова моста. Конечно, тут и пройти нечего делать. Хорошо, идем. Можно проехать на троллейбусе, если... Не, у нас целый час. Мы идем пешком. Компьютер я повесила на мужа. Поэтому пока он не ропщет, да. Заропщет, возьму себе. А вы говорите... Велотакси. А ты говоришь, дарлинг, нету у тебя рикши. Вот это да, Саши. Вот это да. Почем опиум для народа? 300 рублей, в зависимости от того, куда хотите доехать. Обзорная экскурсия, 1000 рублей получасовая, за весь экипаж. Ой, как здорово, как интересно. Ну, надо же. Ты всегда вас тут найдешь. Здесь меня найдешь вообще? Давайте. Случайно. А визиточку можно? Не ваши? А, нет, не ваши? Блин. Ну что ж такое-то? Найти на таком этом, мы в театр уже Сейчас я вам напишу свой номер телефона. Такой эксклюзив, 2 штуки, потому что мы разные. Не, я сфоткаю, да и все, если что. Я сфотографирую, вы не тратите. Я-то приеду обязательно. Тут уже фактически... А she want to take телефон, because this very interesting. Велотакси, Бали. Супер, вообще. Прогулки на велотакси. Парень с Англии, он сам эти велосипеды, там тоже такое навороченное, что... И цена, по-моему, чуть не в 25 тысяч этих евро. Вообще удивительно. Отлично, спасибо большое. Велотур, спасибо. Илья. Спасибо, Илья, процветания. Здоровья. Пошли, супер. Ну вот, кому надо, товарищ, есть такой прекрасный юноша Илья с таким эксклюзивным велотакси. Обалдеть, да? Такая, только про это произносим. Вам тут нету этих рикши. Да. Вам с голову поворачиваю питерский вариант. Один Саши не удивился. Мы визжим от восторга, что у нас появилась первая рикша. Мы достигли Питере, этого. We did it. We got рикша, дарлинг. First. First. First in Санкт-Петербург. Обалдеть. Ух ты! Какой же красивый. Кому-то красивый. Несу целое ведро с розами. И мимо. Слушай, ну, сказать честно, в Индии мы розы покупаем по килограммам, поэтому вот меня уже не впечатлит ведро роз. Это улица Пушкинская. Здесь помню 2 магазина. Ну, типа розы. Такой Супогородица. А. Куда? Церковь? О здравии. Смотрите, описываю место интересно. Это не реклама. Сегодня на Невском 110 на Афон Грецию прошение принимают. О здравии поедем. Ага. Ну, так часто уже не получается. Нет, там, оказывается... Нет, вообще хоть подавай. Ну, конечно, бывало. И про Афон вот, вообще-то... Если будет время, на 9 сегодня приходить. Сегодня может быть 8. Вот, можно подать
на Афоне будут читать о здравии. По прямой пойдете? Вот сюда, по прямой. Хостел. Боже, какая прелесть, хостел на Невском. Просто хостел Невский 110. Надо почитать, почем. Может быть, если не будет возможности уехать домой, можно будет просто переночевать в хостеле. Эйла вообще очень общительная девушка, поэтому она со всеми знакомится. Все эти связи она использует, она их и к себе в гости, и в Финляндию приглашает таких вот случайных друзей, потому что они к ней тянутся хорошие люди, хорошие. Ой, юноша с синей бородой, синяя борода. Эйла! Так, а здесь у нас что? Кинотеатр Нева. Давай потихонечку пойдем, она нас догонит. Подарки, аксессуары. Зонтички. Боже, а цветов-то сколько. Какая красота. 125. Медовик. Ой. Заходите к нам в греческую таверну. Спасибо. Это греческий наряд? Супер. Греческая таверна. Грис Кантин. Да. Чало. Колизей. Мама на даче. Коровка. Эйла там задержалась, беседует с этим юношей. Я говорю, мы пойдем в Елисеевский. Увидимся там. Теперь Саши задержался. Кроличьи котлетки с брокколи. 435. Такое, говорит, хорошее животное. Зачем из него котлетки делать, говорит. Ну, картошечка 110. Жареная картошечка 110. И пюре 110. Гречка 110. Поридж. I like this porridge. Вот такой вот, как ты сейчас кушал. 60 рупий, да. Да, надо, кстати, гречки-то купить, приготовить. Такое, говорит, хорошее животное. Это точно. Так, а эти цветы? This is art flowers. Но реал. Не настоящие цветы, искусственные. They remain always beautiful, да? Да, всегда останутся прекрасными. Букшоп. Букшоп. Буквоеде. Так. Карта Санкт-Петербурга. Метро. Так, this is no check. Нет, English, no English. А это тоже? This also, да? Without English. Yeah. I think also without. Да что ж такое? Все без английского. Что делать-то бедному туристу? But this is... At least we can read the name of station. Все? Окей? Okay. Oh. Souvenir, all this name. Матрешка. Ну все, let's go pay and we have to go to the theater. We have time. Так, сейчас можно дальше идти. Увидела зонтики с котиками. Они стоят 1790. Пошли дальше. Отель... Галерея.
Пошли. Волшебная карамель. This is candy they making, darling. Candy. Вот это да. И делают прямо у окна, поэтому дети смотрят. А запах вкусный. Пошли. Сладкий-сладкий запах. Сова. Еще одна сова. Пошли. Сун-сун. Это мост. This bridge. Анечков мост. А в Саши они сразу угадывают иностранцы и говорят ему сразу: please, please go to the boat. Discount, discount. Он даже еще не говорит ничего. Они уже с ним говорят по-английски. А я думала, он очень хорошо маскируется среди русских. Дискаунт, дискаунт. This, yes, bridge beautiful with horses. Пошли дальше. Go, farther, farther. Пошли дальше. Now not very far. Thank you. Реки, каналы, спорта, теплохода. Еще одна коровка. Бургер. Это реально близко. Он говорит, ты уже как индиец говоришь. Это близко. А на самом деле мы идем и идем. Но это для Питера тоже близко. Сейчас ты говоришь, ты индиец. Вот какое кафе. Здорово, декорации такие миленькие. Кружечка пива в подарок. Beer House. Пустая кружечка или полная? One more Tokyo City. Везде Tokyo City. We come, darling. This is our theater. Comedy theater. Now we will go this shop. From there. From there. I only want to see this guy. Непредсказуемый предсказатель. Здрасте. Это до руку надо засунуть. Можно просить сказку и достать свое непредсказуемое предсказание. Можно, говорит, достать непредсказуемое предсказание. Дайте сказку. Супер. Пошли, пошли. Inside this shop. Потом нам надо в этот театр комедии, а пока зайдем сюда в магазин. This very beautiful shop. Looks like a bar. You can eat, drink a cup of coffee. Можешь сыграть на рояле. Цены здесь, конечно, дорогие, но на что-то денег может хватить. Шоколадный. У кого-то рука поднимется съесть Ленина, у меня бы не поднялась. Как, и мне тоже показалось, как гулаб джамун. 450 рублей 100 грамм. А это 760 рублей 100 грамм. 7600
килограмм. Вот какие ягодки. 700. 100 грамм. 7000 1 kg. 200 рублей круассан. Ну вот подешевле, 180. 100 грамм. 40 тысяч. 40 тысяч, да. Французская Хеннесси. Ну мы посмотреть. Ну зачем же Ленина-то? Все-таки надо уважительно к махатмам относиться. Ну, это, наверное, для туристов. Все, пошли. This is Fiat, а у вас Fiat.